Ты знаешь, Оля, я уже не раз говорила моим любимым женщинам, что я обожаю многослойную одежду. Сегодня для летнего ансамбля я выиграла невероятную красоту. Огромное спасибо создателям бренда «Благов» Людмила Заяц. Люда, спасибо огромное. А вы знаете, Людмила сама для себя делает коллекции и носит их с удовольствием. Очень стильная вещь, называется она «Тренч» или «Летнее пальто». Уже рассказывала Оле историю, как в прошлом году я купила ткань. Ткань вышла где-то тысяч на 4,5. Когда я пришла в ателье и сказала, что я хочу шить для себя летнее пальто, мне назвали такую сумму. За пошив. Что я, да, за пошив. 6000. Я посчитала и думаю, Света, ну где твоя голова? 4 плюс 6, 10 тысяч. Да я на 10 тысяч могу полностью обновить свой гардероб. Если вы стильная хозяйка, экономная, лучше покупать готовые вещи. Готовые вещи от бренда «Благов». Давайте знакомиться со всеми цветами. 3 цвета для вас на выбор. Итак, следующий цвет. Я выбираю сегодня зеленый цвет, это оттенок коралл, и у нас есть синий. Вот синий мне напоминает гжель. Я хочу сказать, что невероятная красота, небесные голубые цветы. Ты знаешь, Оля, у меня в прошлом году одна моя клиентка выходила замуж. Это был ее третий брак, ей уже за 50 лет, и она мне озадачила. Она сказала, Свет, я хочу для себя свадебный наряд, но не такой, чтобы я его надела один раз, а потом еще носила. Милая женщина, если вы встретили свою любовь, никогда не поздно. И вы ищете сейчас для себя свадебный наряд. Обратите внимание на наши тренчи. Просто белая юбочка или белые брючки и накиньте на себя эту красоту. Жемчужные украшения, букет цветов и ваш любимый супруг. Как отлично вы будете сочетаться вместе. Ну что ж, а мы сейчас будем вам выбирать размер. Давайте определяться с размером. Посмотрите, у нас есть от 50 до 60. И в данном случае сейчас мы смотрим цвет коралл. Смотри, как с юбкой. Да, кстати, мы опять же вспоминаем наш костюм. Это костюм Ребекка. Розовая юбка коралловая от костюма идеально вписалась в композицию флористики именно коралловые цветы. Хочу сейчас заметить сразу про размер. Берите размер в размер. Если у вас богатый верх, наш тренч Малика сшит очень красиво, скроен таким образом, что он оставляет женщине свободу. Но если у вас, вы понимаете, что бюст очень богатый, лучше, конечно, выбрать на размер больше. Вот я для мамы, для своей взяла бы на размер больше. Люба выбрала тренч Малика на размер больше. Он сидит идеально за счет подплечников и правильного кроя. Но я все-таки советую вам выбирать размер в размер. Оля, предлагаю сразу посмотреть на ткань. И поближе. Уважаемый режиссер, спасибо огромное. Вот, кстати, доказательством тому, что здесь присутствует лен, это даже видно, техника плетения льна. Друзья мои, разве мы могли с вами подумать, что сегодня можно встретить натуральные ткани в тренчах, тогда как многие производители предлагают нам синтетику. Вот оно, доказательство плетения. То, что здесь находится лен, доказывает нам о том, что вам будет невероятно комфортно. Ведь лен, так же как и хлопок и вискоза, относится к самым любимым летним вариантам. Представь, жаркое солнце, да. Вы накидываете на себя этот тренч, и никаких синтетических плащей и ветровок нам с вами не нужно. Мне очень нравится. Но, Света, лен же совершенно не тянется. Насколько комфортен наш тренч? Ну, на самом деле, наш лен тянется немного, потому что лен лишь только входит в состав. Здесь есть лайк, поэтому наш лен не потеряет яркости цвета. Если бы здесь был 100% лен, я бы даже вас не поздравляла, потому что все яркие краски быстро вымываются из натуральных тканей. Почему сегодня технологи добавляют полиэфирные волокна? Эти волокна помогают нам сохранить форму нашего жакета, тренча и яркость цвета. Вот так, значит, тренч Малика будет радовать долгие годы яркостью красок, комфортностью, потому что в составе есть натуральный лен. Ну и, конечно, безупречным кроем и стилем, ведь это бренд «Благов». За 2299 рублей вы получаете тренч, а точнее вот укороченное легкое пальто. По таким ценам в магазинах не бывает одежды. Ну, давайте еще раз посмотрим на это достояние. Я так хочу, чтобы эта вещь украшала вас, освежала вас. И как приятно смотреть, когда на улицах наших городов и поселков женщины выбирают для себя достойную красивую одежду, за которую, кстати, не переплачивают. Хочу обратить внимание еще на красивый декор. Для многих женщин уже не секрет, что сегодня многие дизайнеры украшают свою одежду. Это могут быть всевозможные аппликации, это могут быть вставки, вышивки или
пуговицы. Пуговица здесь настоящее украшение. Посмотрите, как она блестит, как она будет блестеть на солнце. Здесь мы видим с вами искусственные камни, которые напоминают нам фианиты. И одна такая пуговица в магазине стоит рублей 100-120. А здесь таких пуговок 1, 2, 3, 4, 5. 5 умножить на 120, Оля, это 600 рублей мы сэкономили еще. Да, экономия сегодня значительная. Вы получаете тренч со скидкой в 1200 рублей в размерах от 50 до 60. Но что бы мне хотелось отметить, Света, я уже заглянула внутрь. Потому что мне мама всегда учила: Оля, понравилась вещь? Посмотри на изнанку, посмотри, как выполнено все внутри. Света, я в восторге. Я даже могу сказать, что в культурном шоке. Смотри, как все сделано. Кстати, мы очень часто говорили, давай расстегнем сейчас практически до конца. Вот, я хочу сказать, что мы очень часто говорим о том, что подкладочные ткани многие делают. Знаете, почему здесь бренд Благов не сделали подкладочную ткань? Для того, чтобы ваше тело лучше дышало. Это все-таки легкий тренч, который мы накидываем на себя. И когда, например, очень жарко, если бы была подкладочная ткань, ваше тело бы не могло испытывать дискомфорт. А здесь все-таки, учитывая лен, важно, да, чтобы натуральное волокно прикасалось к телу. У меня, кстати, есть наподобие тренч, он с подкладом. Я его не очень люблю носить в жаркое время. В прохладное – да, а этот тренч вы можете носить даже в жару. Лен будет защищать вас от палящего солнца. Да, и, конечно, безупречные качества. Это брендовое предложение от Благов. 3 цвета на выбор. Этот цвет называется коралл. Света выбрал для себя цвет зеленый. И есть у нас еще голубой. Бой. Забирайте сейчас, оплачивайте при получении. Бесплатные звонки, ограниченная партия и безупречный эксклюзивный стиль. Ну а сейчас еще хочу показать вам линию подплечников. Посмотрите, между прочим, это скульпторы вашей фигуры. Подплечники специально обшиты белоснежной тканью. Это еще раз говорит о статусности бренда Благов. Посмотрите на эту ювелирную работу. Я часто замечаю, что некоторые производители просто добавляют поролон, даже не обрабатывают его. Но когда вы разденете эту красоту, все будут смотреть на ювелирное качество бренда. То, что касается воротниковой зоны и зоны спинки, там у нас внутри флизелиновая ткань, которая помогает держать тренч и садиться идеально на спинку. Успейте заказать, подарите себе комфорт, подарите себе качество, ведь это покупка раз и на долгие годы. Великолепный тренч Малика, есть размеры от 50 до 60. Свет, ну вопрос очень интересный. Пальто стирать нельзя. А как будем ухаживать за тренчем Малика? Ну, на самом деле, хочу напомнить, что здесь у нас есть натуральный лен. Лен, так же как хлопок и вискоза, не любит горячей воды. Не советую вам перебарщивать. Лучше стирать его на руках. Ручная легкая стирка с добавлением порошка для цветного белья. Гладите это изделие лучше методом отпаривания при специальной программе «Лен». Вот так, успейте забрать свой тренч Малика.